Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения считается административным правонарушением. Это может грозить автомобилисту крупным штрафом и даже лишением свободы. При совершении указанного деяния правонарушитель может быть подвергнут наказанию в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортного средства на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного управления гражданином транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в течение года с момента привлечения к ответственности по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях образуется состав преступления, предусмотренного части 1 статьи 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть управление автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Наказывается лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также штрафом и обязательными работами. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения и по аналогичным преступлениям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.